На розыск пропавшего 6-летнего Шойдерова Доржо брошены все оперативные силы МВД. К поиску ребенка привлечены сотрудники МЧС, частных охранных агентств и судебные приставы. Ориентировки о мальчике разосланы во все отделы полиции Бурятии и размещены практически на всех автопатрулях. Только в период с 19 по 20 апреля в полицию поступило несколько десятков звонков о том, что мальчика видели в различных районах Улан-Удэ, но все безрезультатно. Хотелось бы обратиться к гражданам о том, чтобы они не просто сообщали в полицию о том, что видит мальчика, можно было взять его за руку и привести вообще в органы полиции, либо там позвонить 02, реагирование будет немедленно. В интернете, в социальных сетях созданы группы, призывающие добровольцев участвовать в поиске ребенка. В данный момент все высшие учебные заведения создали свои поисковые отряды, которые метр за метром обследуют город в поисках мальчика. Командир одной из групп рассказывает, что в поиске принимает участие не только молодежь, но и люди старшего и преклонного возраста. По различным оценкам, это более 500 человек. Это очень тоже важно, чтобы люди сами понимали, что их тоже ребенок может оказаться в такой же ситуации, и они тоже будут просить о помощи. Тем временем полиция отрабатывает все версии исчезновения ребенка. Даже родственники и мать Доржо 20 апреля прошли проверку на полиграфе в детекторе лжи. В данное время женщина обращается к горожанам с просьбой о помощи. Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьба звонить полицию по телефону 02 сотового 020. Телефон матери Шойдерова Доржо 8-950-392-84-11. А так я в голости никуда не хожу. С садика домой. И утром садик, вот, садик, дом, садик, так у меня. Свод из Ксении дома. Родные и близкие семьи Шойдеровых подтверждают, что за информацию о местонахождении ребенка на условиях анонимности гарантировано вознаграждение. Намсарай Намсараев, Аркадий Амбуев, Александр Хамаганов. Новости дня.